Итак, всем привет. Однокомнатная квартира. Вот сейчас мы уже закончили. Это поселок Волгарь. Вот так все у нас стало. Установили. Но не мы, конечно, уже здесь мебель. Здесь гардеробная. Ветра там для всяких нужд. Здесь шкафчики, как положено. Так, вот сегодня мы повесили остатки бра. Так, вот так. Это прихожая. Здесь вот вход. Так, сейчас мы заходим в ванную комнату. Ну, ванная комната у нас выглядит уже вот так вот. Голубенький потолок, мебель, плиточка, ванна, все так полагается. Раковина у нас здесь в сячем положении. Вот так она все это выглядит. Так, ну, унитазы все полностью с довольчиками. Вот особое внимание здесь можно смотреть на вот эту гипсокартонную конструкцию с лючками. Очень замечательно все выглядит. Так, ну при установке полотенцесушителя у нас здесь небольшая проблемка была при установке. Переходы, по-моему, я вот сам технически этих разъемов плохо разбираюсь. Ну, короче, не соответствует диаметр. Вот перепаять. Это уже исключительно после всех монтажных работ ванны. Так, на двери. Вход на кухню. Все в темных тонах. И здесь вот необычное явление. Желтенькая классная кухня. Вкус у хозяйки есть. Пейзаж такой, фотопанель. Так, на сегодня установили мы еще вентиляцию. Так, здесь всякие разные прибамбасы. Очень все выглядит неплохо. Желтенький потолок. Переключателями света в две позиции. Так, вот обращайте внимание. Во. Вот так вот. Потом тоже подоконник здесь нестандартный, а сделанный ДСП. То есть на заказ. Здесь мы его полностью установили, все полностью сделали. Вот сегодня покрасили. Так, получилось как-то вот так вот. Вот, я сейчас хочу просто-напросто внимание обратить. Вот Андрюх, хозяин квартиры, сказал, что после окончания вот этой квартиры забубенит шашлык. Ведро сказал, ну, как правило, не знаю, вот, в моей личной практике получалось таким образом. Когда мы делали квартиру, многим вообще, мы этим занимаемся уже долго, вот, и были такие ситуации, когда хозяева в процессе работы уже хвастались, вот, ребята, сделайте мне квартиру, гуляем, отдыхаем, то есть все как полагается. Вот, за все время ни один заказчик, как бы сказать, свои слова не ответил. Вот единственный случай за 16 или за 17, за 15, наверное, лет работы, вот такой вот начать подгон. Вот. Ну, как вы считаете, приятно вообще с такими людьми работать? Да? Ну, просто-напросто, как бы сказать,
Это не обязательно, но Андрюха прям настаивал, когда там шашлык за рубленьем, когда там все, мол, чтобы я в долгу перед вами не остался. Вот. Что могу сказать про Андрюху? Вообще нормальный мужичок, действительно, пацан, слово. Вот. И с такими ребятами просто-напросто, ну, приятно не просто сотрудничать и иметь дело, а вообще приятно с ним общаться. Молодец, респект, лайк. Так, дальше идем. Квартира однокомнатная. Ну, здесь уже ребятки распластались. У узбеков просто поезд уже ушел, они решили тусануться немножко. Узбекистан. Так, вот так это все выглядит. Вот косяк, конечно, это мой личный. Блин, при установке разбил стекло. Ну ладно, бывает. Бывает. К этому отнеслись не катастрофически. Так. Ну вот, Горденко, тоже мы ему помогли установить. Здесь тоже брат ступенечек. Правда, наверное, мне кажется, что вот чересчур высоко вот это брат. Ну, не будет удобно, мне так кажется. Ладно, идем дальше. Так, ну это тот самый замечательный балкон. Вот. Здесь пока весь строительный материал, декоративная штукатурка, выполнен краец. Ну, классно. Так, теплый пол с обычным терморегулятором. Вот. Здесь при включении теплого пола будет тепло. Ну вот так вот выглядит законченная квартира. О. Так, ну, на этом, наверное, все. Сейчас приедет Андрюха, хозяйка и сестрой. Мы пойдем жарить шашлык, а потом будем есть мясо. Вот, наедимся, и у нас еще останется. Так, еще важную деталь, чуть не упустил. Короче, мы тоже установили здесь фильтр очистки воды. То есть здесь получается раз фильтр, два фильтра, три, четыре, пять фильтров. Вот, такой комплект был приобретен в Leroy Merlin. Бачок, там это, все полностью сланчики. Подключил уже я его от центральной водопроводной системы. Кстати, подключается очень просто. Вот такой экранчик. Вот обязательно дренажный слив. Вот он. Вот, вот сюда уходит. То есть это те очистки, которые, как бы сказать, та грязь, которая остается после очистки воды. Вот кранчик тоже установили. Все работает, все чудненько. Исторический момент. А пакет ты снял, да? Это. Я говорю, мы вот что-то вот, когда Валек мясо запарил, ты уехал. И что-то мне в голову такое пришло. Это такая не то что мысль, а это самое. Блин, а ведь мы сколько квартир вот так вот делали. И, короче, много нам кто обещал. Бля, пацаны, сделаем, короче.
С меня поляна там, знаешь, чуть ли не золотые горы. Ты, короче, думал, когда, типа, вы уехали... Я не, кстати, нет, Андрюх, кстати, вот не поверишь, я ничего об этом не думал, просто мне сам факт, когда ты мне сам названишь, ну чё, когда там будем жарить, когда там будешь жарить? Первый человек, который, блядь, за твои слова ответит. Знаешь, вот, ну, вот на тот момент, Андрюх, как раз мне и мысли такие в голову, блин, отстанет он или не отстанет, ну, а времени-то нет, как обычно, блин. А видишь, как получилось прям, как хорошо. Нет, я этот, сказал, значит, сделаем, в чем проблема. Поэтому... Неудобно. Вроде что, давай к выходным, да, среди недели, там, туда-сюда, там, бах, а не получается. А тут выпадает кон такой, вы приехали, доделали, и тут кон такой выпадает. Отмазать, короче, отмазался, думаю, блин, ну, обещал, надо, да и самому охота. Приятно же, по кончину. Да, конечно, ты чё. Погладь. Ну, подожди, тут такие вот гости. Там. Да мясо не а это у камеры он близонно расширяется и ты так только. Там город, здесь деревня. Да ты там. Дубкам, наверное, много лет они стоят. Ну, вот процесс пошел. Андрей Анатольевич, главный костровой. Да. Валентин Николаевич у вас. Валентин Николаевич. Главный костровой. Главный узбек. Touch me.